Уважаемые зрители и подписчики, вот одна интересная идея, например, вот у вас есть, например, такие палочки рыбные, или там из лосося они могут быть, или из белой рыбы, ну вот вы их все равно будете запекать, ну, например, у нас здесь это около 17 минут в режиме пицца. Ну, ты имеешь в виду полуфабрикаты, чтобы Да, людям было да. понятно, что за палочки. Ну, здесь у нас вот рис сейчас варится пока что. Вот видите, там еще в процессе он находится в режиме крупы. Вот 18 нашей хлебопечки. Мы уже так рис никогда не делаем, потому что это немножко, ну, уже несерьезно. Потом вот наши грибы, это мы для пробы сегодня вот так взбодрим итальянскими пряностями. Вот так, с Взбодрим солью. это в смысле присыпем. Да. Так, и возьмем наше вот это масло оливковое Альтария. И вот так мы взбрызнем его. Вот, наш, вот это, чтобы не горело, и чтобы у нас подрумянились вот эти. Я почему тебе это заметку такую сделала? Взбодрим это присыпем. Нам сегодня аж комментарий один написали. Иди домой через А. И ты не понял, что такое Да, домой. я думал, иди дамой. И взбодрить. Взбодрить это сделать бодрым. Ну как ты собирался вот делать бодрым палочки и грибы? Поэтому что я тебе сказала, присыпать. Да, потом еще секретный ингредиент. Тут видите, к рису хорошо и всякой рыбе еще и яйца. И яйца, например, запекаются где-то 14 минут. Вот мы их сюда тоже положим. Тебе как скатерть самобранка, чего только нету. Да. И вот так обязательно вот в фольге, иначе они могут и под немножко и треснуть, и разлететься в этой чаше. Также, если у вас есть мультиварка, там такая же технология. И, например, мне рассказали историю, даже люди, ну только этого не делайте, положили яйцо в микроволновку, оно как разорвало там все. А еще я говорю, что, ну я всегда в фольге делаю, говорю, если бы вы еще в фольге положили яйцо в микроволновке, то еще и микроволновка бы спалилась бы. Потому что туда такие комбинации нельзя. А здесь именно для духовки, для мультиварки в режиме духовки можно вот делать вот такую Ну это комбинацию. обед у нас. Да, это обед. Вот. А вопрос? Два яйца, два гриба, а три палочки. Ну, разделим то. Ну, еще и такой вот салат у нас, как бы, с нашего мини-огорода здесь помидоры. Ну и лук тоже от тещи. А Так. чем взбодрил? Оливковым маслом греческим, чтобы атеросклероза не было, с большим количеством антиоксидантов. Так что вот такой у нас сегодня, ну, я бы не сказал, что это мини-обед, а такой полноценный обед. И вот, чтобы использовать все пространство, какое есть в чаше. Ну что, закрываем мы. Я поставлю сейчас на 15 минут, и я вытяну яйца через 15 минут и в воду их положу. А еще 2 минуты поготовятся и наши палочки. А вот это вот что? Это у нас идет Суперплита. реставрация, да. Все, включаю. Мы сейчас видео делаем, а люди скажут, а что у них вот это вот белое? У него тут реставрация. Так, и делаю, ну, 15 минут. И все, жду, потом показываем уже накрытый стол. Так, ну что, вот у нас готово. Вот посмотрите, какие получились яйца запеченные. Вот видите, чуть-чуть внутри центр. Также берем рис. Сварился у нас 45 минут. Мы уже не экспериментируем. Обычно любой рис 45 минут, тогда он начинает как бы быть вкусным. И, ну, рассыпчатый не всегда весь рис. Вот этот именно рассыпчатый. Но он пропаренный 100%. И еще может быть и масло туда добавлено. Сейчас это не проблема у производителей. Так, и теперь берем какой-нибудь, ну, вот один грибок. Вот сюда. Такую делаем красивую комбинацию. Так, и одну вот эту, я не знаю, как назвать это, большую палочку рыбную. Вот такую. Ну вот у нас получается такая комбинация, если посмотрите. Есть два варианта, с чем это кушать. Можно майонез взять, можно и соевый соус. Как бы такой вот вариант. Или здесь вот видите, для курицы неплохой. Это такой вот сладкий чили. Ну, он немножко и кисленький, и сладкий. Олег, а у меня вопрос возник к Угу. тебе.
А где ж базилик наш? Выращиваем, выращиваем и не едим. Может, листочки базилика? Ну, добавим мы. Ну, а так вот у нас вся комбинация.